Негледзячы на заканчэнне забаронаў на лоўлю рыбу, звязаных з нерастам, інспекцыя аховы жывёльнага і расліннага свету працягвае працаваць ва ўзмоцненым рэжыме. Без парушэнняў амаль ніводнага тыдня. Вось і на мінулым. Быхаўскі раён, рака Лахва, лоўля рыбы лескавымі сеткамі. За непрадолжительны прамежутак времени, пользуясь тем случаем, что рыба пошла на нерест, это в частности была гусцяра, нарушителям было выловлено 124 особи рыбы. Своими действиями был причинен ущерб в размере 124 базовых величины, что составляет примерно 22 миллиона белорусских рублей. Отказность порушальника зараз чакая худшей за все серьезное улов буйны и тягня на криминальную справу. В отношении нарушителя в данный момент уже возбуждено уголовное дело по статье 281 Уголовного кодекса Республики Беларусь. И у него изъята рыба, изъята лесковая сеть. И в данный момент нарушитель ждет суда. Только за минулый тыдень инспекторы зафиксовали 23 порушения. 15 датычатся менавіта рыбалки. Водоемы протягиваются патрулироваться и до особных видов рыбы свой подыход. Нерест закончился не для всех видов рыб. До конца месяца у нас остается по-прежнему запрет на вылов сома. Вот, с 10 числа уже разрешен к вылову рак на территории области. Инспекция работает по-прежнему в принципе, в таком же режиме, как и работали. И при выявлении нарушений просим обращаться на телефон доверия по телефону 274-00.